Так, Кэт, ее надо очень точно выровнять или неважно? Главное, чтобы было видно меня с киянкой. Ясно. Привет, я Дэйв. А я Кэт. И мы приобрели штуку под названием раскладная палатка. Она очень легкая, она из полиэстера, это полиэстеровая тафта. Дэн, я буду давать тебе комментарии и указания по монтажу. Вот это вырежь. Итак, ставим палатку. Это кладется на землю. Важно, чтобы на чистое место. И тут всплывают буквы. Часть первая — установка палатки. Первым делом необходимо все аккуратно разложить. Мы сотни раз забывали это сделать. Да какие сотни? Всего один раз забыли. Молодец. Начнем со стоек. Этот этап похож на волшебный трюк. Надо потрясти эту штуку, пока она не приобретет нужную форму. Может, тут классическую музыку наложить? Мне в глаз не ткни. Палатка крепится к внешним стойкам, вот таким вот образом. Находим круглую втулку, вставляем в нее наконечник и вбиваем в землю. Итак, ваша палатка готова. Еще раз предупреждаем о возможных опасностях. Например, вот эта штука может отскочить. Да, например, если ее ветром сдует. Эй, Аарон, ты давно там стоишь? Аарон! Парень, мы видео снимаем. Камеру не видишь, что ли? Эй, Микки! Он над нами издевается. Вы снимаете на фоне моего прекрасного сада. Оставьте нас, пожалуйста, одних на 20 минут. Здесь у нее вперед, здесь зад. Не надо только ставить ее на крышу автомобиля. Дэн, добавь здесь закадровый смех. Можешь этот использовать. Создай эффект небольшого театра. Как видите, ее форма немного отличается от традиционной. Эй, Аарон! Прекрати! Убери палец! Черт возьми! Так или иначе. Долго вам еще? Да хватит уже нам мешать! Да-да, вы портите нам съемку. Сейчас все снова снимать придется. О, простите, не хотела вам мешать. Теперь еще и поезд. Дальше что? Где еще один колышек? Все колышки здесь. Итак, палатка установлена, расстегиваем молнию, залезаем внутрь. Заколебала. Ну, извини. Сам снимай это видео. Я представлю, что ты улыбаешься и понимаешь, что мне тоже тяжело. Ты мне нужен. Иди сюда. Дэн, вырежь это. Он еще там? Он еще там? Убирайся! Дэн, проследи, чтобы это ни в коем случае не попало в видео. На Ютубе такое никто не смотрит. Ролик должен быть четкий и ясный. Зачетная тёлка, тема сисек не раскрыта. А это все удали. Дэйв! Как ты там это делаешь? Дэйв! Что? Помоги выбраться!